красненьком поезде я приехал. Вот такой красавец поезд. Куда они все прутся? Что тут делается на вокзале во Флоренции? Как я завтра в Пизу поеду, не знаю. Поезд летает. Куда они все стоят? А вот там впереди еще один вокзал. Магнитики возле вокзала. Но покупать их будут только если мне Флоренция понравится. Вдруг она мне еще не понравится. Ну, какая-то классная площадь. Я не зря сюда пошел. Здесь классно и красиво. О, 4 черепахи. На черепахах это все и держится. Базилика Санта Мария Новелла. Именно та, в честь которой назван вокзал. Дальше мне назад, откуда я пришел. Дождик, дождик. Так и дождик собирается. Карифу. Супермаркет. Где мини-супермаркет? Опа! С одной стороны мини, с другой стороны супермаркет. О, все забоем. Так. Опять повторяется. Найди хостел. Хостел во Флоренции, 26 евро, дали бесплатную карту города, ну что так? Сумки, ремни и прочая кожа. Очень красивая, конечно. Пойти снимут. Выглядит потрясающе. Сейчас я посмотрю в навигаторе, что же это такое. Но выглядит оно очень-очень круто. Дома.
Даже метанские со всеми своими загогулинами меня так не впечатлили. Это же впечатлило. Миланский какой-то весь бело-серый, а этот же выкрашенный в разные цвета, это даже выкрашенный просто цветной камень. Я все еще иду дальше вокруг забора, никак не могу на него пойти, он действительно огромный. Со всех сторон хорош. Сколько тут мотоциклов. Все в Италии на них катают. Хорошо, когда один, никто не ругается. Что они туда побило? Что ты не знаешь дороги? Ну, ни туда, ни туда развернулся и пошел. Очень интересно, все такие дома кругом из каменных блоков сложены. А вот туда еще, оказывается, можно внутрь зайти. Башню без музея. Пойду посмотрю на город сверху.
Ой, далеко ж придется взбираться. Вернее, высоко. Все выше, выше, выше. Стремительный полет наших птиц. Это еще пашма начнется. Вон туда. Что-то сюда никто не ходит, кроме меня. Всем лечь, что ли, подниматься? Вот. Забрался я на такую башню, он оказался не столь высока, как я рассчитывал. Зато виды красивые. Надо самый верх вот здесь вот закрыть. Оказывается, это был не самый верх. Но тут, оказывается, есть еще такой проход. И повыше. Ну-ка, ну-ка. Сейчас посмотрим. Я уже было разочаровался, что недостаточно высока башня. Ну вот теперь я, похоже, поднялся на самый верх башни. Ветер дует спину. А нет, есть еще выше. Нашелся проход еще выше. Ту-дум, ту-дум. Вот теперь это уже явно самый верх башни. Ну вот и слазил я на башню, посмотрел Флоренцию сверху. Собственно, она того стоила. Обязательно надо было слазить на башню. Как бы ее посмотреть отсюда. Это массовое убийство. Флоренция, второй день. Иду смотреть то, что не досмотрел вчера. Сегодня мне надо вечером еще в Пизу поехать. Потому что у меня в 2 часа ночи поезд из Пизы в Рим. Ходил в эту церковь, даже немного поснимал там внутри. Красиво. Очень красивые фрески и скульптуры. Ну вообще круто. В отличие от православных, не столько много золота, сколько много живописи и скульптуры.
прикольные стулья. Но они каменные, без сидушки на них сидеть как-то не хочется. А вот это неведомый зверь. То ли кабан, то ли конь, то ли кто. Непонятно кто это. Все по 5 евро. Все по 5 евро, по 1 евро. Мне это ничего не надо. Я вообще уже присел, посидел сюда. Блин, лавочки каменные. Но с другой стороны у меня есть сидушка. Водички не течет. Куда она вся делась? Тоже всякое-всякое. Трусы, дно, фрукты. Так, а внутрь можно зайти, нет? Тут видео снимать нельзя. Ну ладно, будем послушными. Не будем так шапку снимать. Есть. В общем, много чего нельзя. Сходил в церковь Святого Духа. Действительно очень красиво, очень, но почему-то нельзя снимать. Так, в церкви Святого Духа снимать нельзя. Возможно, можно снимать в туалете Святого Духа. Strong man toilet. Ladies, gentlemen. Это настоящих мужиков. Похож? Похож. Туалет Святого Духа прямо рядом с церковью Святого Духа. И никакого оскорбления чувств верующих. Хотя, возможно, католическая церковь просто имеет свой процент с доходов платного туалета. Интересный памятник какой-то. Типа три штыка стоит. Ну да, точно. Наконец-то я вышел к дворцу.
общем, это дворец Питти. Просто огромная ванна. Ну что, пойду я наверх схожу. Все туда идут. Интересное здание. Залезть и купаться бы. И написано не трогать. Мы не будем трогать. Don't touch. Тут просто еще одна смотровая площадка. Вон там вот вид неплохой, не открывается. Мальчик должен там лить воду. Что-то у него не получается. Сейчас схожу в музей фарфора. Тут прямо так и написано, что селфи-палки запрещены. Кому я селфи-палку покажу, просто музей фарфора. Вообще, фарфор очень красивый, да? Красота необычайная. Все, прощайте, прекрасные сады Баболи. В бастион вход закрыт. Идем на площадь Микеланджело. Спускаемся вниз с горы, где были сады Баболи. Ничего, так спуск крутой. Не завидую тому, кто здесь поднимался. Ну, в общем-то, я тоже, конечно, поднимался. Ну, как-то так вроде плавней было. Ну да, этим все закончилось. Спускался, спускался, а теперь снова подниматься. Все еще иду вверх. Дальше, а дальше еще круче. Тут был такой пандус. Дальше классические ступеньки. Ну и что, нельзя было прямо вон оттуда, где я был, спуститься вот сюда? Надо было обязательно на берег идти? Там оно красиво, но мне что-то совершенно не хочется туда подниматься по лестнице наверх, чтобы сходить в церковь. Вот отсюда я посмотрю. Ну что, площадь Микеланджело, отличная смотровая площадка. Вот там Венеция кругом. Посмотрел все, ради чего поднимался.
Так, ну что, вот сюда вниз? Наверное. А народ весь идет вон туда. Трава уже какая густая, большая, цветы цветут. Тут уже автомобили ездят. Тут во Флоренции, куда не пойдешь, везде за что-то зацепишься и идешь дальше и дальше и дальше. Ну, маски, например. А вот это огромное красивое здание. Я подозреваю, что это библиотека. Сейчас увижу. Библиотека во Флоренции — это вам кубик белорусский. Это вот действительно произведение искусства. Очень красивое здание. Китайцы, китайцы, китайцы. И тут толпа китайцев тоже. Собор Святого Креста посмотрели. Ну что, буду выдвигаться в сторону вокзала уже. Все-таки мне надо сегодня еще в Пизе быть. Почему так распространены сумки здесь? Модная тема. И духи, и платки. О. Сейчас мы сделаем бутерброд с полкабаном. Какую-то уличную еду. Ну, глупо. С кабаном. Ну, кажется, я наконец-то нашел поезд на Пизу. При этом парочку их пропустил. Фишка в том, что билет-то я купил, прокомпостировал, а поезд на Пизу только в 15:10, а по расписанию до этого еще два поезда. Но что-то я смотрю, на табло их нет и нет, нет и нет. Оказалось, во-первых, ну, в общем, подошел я к девочке, которая типа консультант там нашлась такая, по-английски попытал. Она мне сказала, иди на вторую платформу, прихожу на вторую платформу, а тут поезд не до Пизы, а до другой станции. Ну, я железнодорожнику говорю, поезд до Пизы едет. Да, говорит. Ну и ладно. Фишка в том, что билет-то до Пизы, а на какой поезд не написано. Attenzione, solo il capo treno si informa ai passeggeri che il treno regionale veloce diretto a Livorno Centrale e fermerà semplicemente a Pisa Centrale. Si oppone. Attention, please, is your train guard speaking. This is a non-stop train, we stop only in Pisa Centrale and we're arriving in Livorno Centrale at 4:12. Вроде, вот она рассказала, что в Пизу Централе идет, а на самом деле на табло написано какой-то другой город, Ливорно какой-то, который дальше за Пизой. В общем, и еще фишка в том, что платформы номер 2 и 1, они с другой стороны вокзала. Я там прошелся вдоль всех платформ, смотрю, Пизы нету нигде. Там здесь. Ну ладно. Вроде тетка сказала, что Пизы Централе, значит, поедем.